Лучший из лучших мужчин. Ты во вселенной один. Самый любимый, самый желанный. Лучший из лучших мужчин. Прикосновение. Чувствовать тепло любимого человека порой необходимо нам как воздух. Такое понимаешь только, когда этого лишаешься. Так и живем, я и мой фиброз. Улыбнись, Барс. Стелла, прекрати, нашла кого снимать. Что бы я без тебя делала? Умерла бы. Нам здесь нельзя подходить друг к другу ближе, чем на 1.5 метра, во избежание обмена бактериями. Преследуешь меня? Только чтобы представиться, я Уилл Ньюман. Ты из тех, кто нарушает правила ради призрачной иллюзии контроля. Угадала? Возможно. Какой крутой. Не могу не согласиться. Далеко не всем везет здесь лечиться. Нас никто и ничто не спасет. Мы ходячие мертвецы. Ты обязан принимать лекарства. А, так вот почему меня ими пичкают. Так, все таблетки будем пить вместе, чтобы я знала, что ты не халтуришь. По рукам? Смешно. Значит, ты в какой-то веке запала на парня, а он с такой же болячкой. Я просто помогаю ему с лекарствами. Ой, да для тебя пилюли раскладывать уже прелюдия. Ну-ка, разошлись на 1.5 метра, будто вы не знаете. Подхватишь инфекцию и забудь про свою операцию. Все это время я жила, чтобы лечиться, а не лечилась, чтобы жить. Но я хочу жить. Болезнь столько всего у меня отобрала. Пора хоть что-то отвоевать обратно. 500 миллиметров, 50 сантиметров, 0.5 метра. Один метр. Ты со мной? Хочу представиться. Я Уилл Ньюман. Ну-ка, отошли на 1.5 метра друг от друга. Вы же знаете правила. Поняла. Ты из тех, кто нарушает правила ради призрачной иллюзии контроля. Угадала? Возможно. Какой крутой. Не могу не согласиться. Привет, мир. Мои легкие теперь функционируют лишь на 35%. Людям с фиброзом нельзя подходить друг к другу ближе, чем на 1.5 метра. Во избежание обмена бактериями. Ничто не спасет нас, Стелла. Мы ходячие мертвецы. Нет, я отказываюсь в это верить. Покажи свой курс. Что это? Щекнуться можно. Все таблетки будем пить вместе, чтобы я знала, что ты не халтуришь. Ты просто жить без меня не можешь. Да, Стелла? Значит, ты в кои-то веки запала на парня, а он с той же болячкой. Люблю видеть тебя таким. Каким? Веселым. Почему мне нечего надеть? I will fight. Да, к свиданке в больнице ты не подготовилась. I will fight for you. Ты такая красивая и смелая. Я хочу коснуться тебя. Будь осторожна. Не ближе 1.5 метров, ясно. Подхватишь инфекцию и можешь забыть про свою операцию. Мы не такие, как все. Нам нельзя рисковать. Все это время я жила, чтобы лечиться, а не лечилась, чтобы жить. Но я хочу жить. Я хочу быть с тобой. Столько всего отобрала у меня. Пора хоть что-то отвоевать обратно. 0.5 метра. Всего на 0.5 метра ближе. В метре друг от друга. Смотрите в кинотеатрах с 1 мая.